Сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо, греческое блюдо. Это жареный в кляре хек с чесночным соусом. И выглядит очень красиво, и очень вкусно. И несложно. Нарезаем хек небольшими кусочками, ну кому как нравится. Делаем кляр. Пиво. Пиво обязательный ингредиент, немножко соли. Добавляем муку. Тесто должно быть такое, как сметана, примерно такой густоты. Кляр, вернее, должен быть такой густоты, как сметана. Перемешиваем очень-очень хорошо. Он должен пениться слегка. Макаем нашу рыбку, кусочки нашей рыбки в этот кляр с двух сторон, то есть хорошенечко оставляем немножечко, чтобы стек кляр, то, что слишком, чтобы не было слишком много, и обжариваем в небольшом количестве масла. Я беру оливковое, вы можете взять любое масло. В этом нет никакой проблемы, никакой большой разницы. Просто никакой большой разницы. Рыбку мы обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, потом переворачиваем на другую сторону. Вот такой должна быть золотистой и красивой. Не переворачиваем часто, только два раза. Тем временем мы приготовим чесночный соус. Старый подсохший хлеб замачиваем в воде. Можно убрать корочку, но я оставляю, я хозяйка экономная, я ничего не выбрасываю. Замачиваем, затем хорошо-хорошо отжимаем. Тут я заставила мужа отжать хлеб. Кто-то должен был фотографировать. И когда мы отжали наш хлеб, мы его будем растирать, вернее, я буду в блендере его растирать, но раньше делалось в ступках с чесноком и винным уксусом. У нас очень употребляется винный уксус. Мне он очень нравится, он очень вкусный и очень ароматный. Я делаю все это в блендере. Итак, положили в блендер хлеб, добавили уксуса по вкусу, ну парочку ложек столовых, не больше. Немного соли. И добавим парочку долек чеснока. Но это опять же по вкусу. Если вам нравится побольше, то побольше. Если поменьше, то поменьше. Добавляем оливковое масло уже потом, в конце, и просто размешиваем ложкой. Если мы добавим масло в блендер, то будет очень густая масса и не очень красивая, и не очень вкусная. Вот такая вот рыбка, красивая и очень-очень вкусная. Называется бакалярус скордаля. Спасибо. Приятного аппетита!